В Орленке прошел ежегодный месяц «Мы за безопасный труд», посвященный Всемирному дню охраны труда. В течение апреля было проведено 12 тематических мероприятий и познавательных семинаров. Сотрудники центра изучили основные направления охраны труда, а также тему про ответственность за нарушение требований. Также в рамках месячника прошел конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Орленка». Абсолютным победителем конкурса стала Галимет Заводовская, старший администратор Дворца культуры и спорта. На втором месте делопроизводитель детского лагеря «Звездный», на третьем – заместитель начальника по административно-хозяйственной работе детского лагеря «Штормовой». Наши сотрудники отдела, представители от профсоюза, мы приходим на место, мы смотрим специальную документацию, которая идет именно для уполномоченных, как они ведут свою деятельность, смотрим их стенды, смотрим, как проводится работа в их структурном подразделении, потому что они все-таки являются представителями от профсоюза, и они представляют сотрудников в центре. То есть это такие люди, которые как адвокаты, можно их назвать, да, которые непосредственно представляют интересы сотрудников. Вот, поэтому проверялось все досконально, в том числе и устные вопросы задавались на знание статьи 214 ТК РФ, 209, то есть люди, конечно, знают на зубок, это очень приятно.